Всем огромнейший привет! Спасибо, что вы заглянули на мой канал. Меня зовут Новосветлова Наталья, и в этом видео мы вместе с вами посмотрим мой заказ, мою посылочку от компании Marie Kay. Пришел мне заказик с новинками по вот этому новому каталогу лето-осень 2020. Классные новинки! Я очень ждала, потому что здесь выход новой палитры губных помад. Это всегда это новое настроение. Это новая тушь, которая обещает вау-эффект на ваших ресницах. Мы вместе посмотрим, потому что я уже воспользовалась ей. И, конечно же, я повторила в заказе те средства, которые я очень люблю, которые любят мои клиенты. И, ну что, давайте не будем терять время, а уже начнем смотреть. Начнем, конечно же, смотреть новинки. Начнем смотреть новинки с лимитированного продукта. И это у нас новинка, лимитированный футляр для декоративной косметики. Я люблю, чтобы было все сразу близко, удобно и комфортно. И вот как раз-таки, сколько вот у меня уже футляров разных было, есть. Но, наверное, вот этот, я буду с вами смотреть его впервые. Не стала без вас его открывать, потому что он такой лаковый. И хотелось, чтобы на нем не было отпечатков пальцев. И вы увидели его вот первозданным, какой он и есть. Посмотрите, он такой тонкий футляр. Магнитный, очень тонкий. Удобный, прям, знаете, как у художника такая палитра. Я по-другому никак не могу сказать. Брендирована Marie Kay. Давайте откроем. Он легкий, очень легкий. Он так плотно. Как его открыть? Так, все правильно, наверное. Открываю вместе с вами. Плотный футляр. Я думаю, что это разработается. Может быть, я что-то неправильно делаю? Ну, что-то пока не получается открыть. Странно. Очень странно. Я справилась, все новое, оно вот так. Там все это разработается. Вот посмотрите, какой футляр. Открывается полностью, такой как планшет, очень легкий. И здесь получается, что вот эта вот вся часть, она магнитная. И сюда войдет... Как вот здесь на рисунке нарисован, посмотрите, как может войти очень много теней, румян, пудр, хайлайтеров. Очень много можно сюда вложить и именно вкладывать то, что действительно вам на данный момент нужно. И все это вот даже бросить с собой, это как определенно, знаете, как книжка, как ежедневник, я не знаю. Но мне кажется, с собой удобно будет брать в какую-либо... сумочку и потом открыть и все перед собой иметь. И вот такая вот штука лимитированная. Я поняла, как ее открывать, очень легко потом открывается, и все замечательно здесь будет помещаться. Самое главное, что открыл, и все перед тобой. Это очень важно, чтобы вот минимально меньше искать. Вот. Классный, слушайте, классный вообще такой вот. Еще новинка, и это вот у нас уже новинка, это тушь, которую я сегодня успела протестировать, нанесла, и она сегодня используется в моем макияже. И это также лимитированная тушь, поэтому успевайте. Как только она закончится на складе, значит, она закончится. Это у нас в оттенке в черном, Lash Love Panorama. Давайте будем смотреть, вот у меня в заказе две туши. Силиконовая кисточка. Вот дизайн, напоминающий вот все вот это вот тушь Lash Love. Но красный такой малиновый оттенок футляра. Силиконовая кисточка. Такая вот силиконовая кисточка. Эффект получается, эффект нарощенных ресниц. Мне понравилась тушь. Я люблю туши с силиконовой кисточкой. А вот сейчас поближе, я думаю, что вам видно. Можно было еще наслоить. И тогда бы получился эффект еще сильнее. В общем-то, 1150 рублей стоит такая тушь. Эффект дает классный. Поэтому здесь она приподнимает.
верхней и нижней ресницы по всей длине. Классно. Скругленная форма щеточки помогает расчесать их. И зигзагообразные щетинки в форме песочных часов позволяют наносить больше туши для максимального эффекта. В общем, мне понравилось. Я довольна этой тушью. Следующие новинки. Это уже новинки, которые попали в регулярную линию. И это у нас матовый шик. Появились и вышли новые 5 оттенков губной помады. Я заказала только 4. Один не знаю, пока думаю. Здесь красивые такие названия. И давайте уже будем смотреть. Это у нас матовая гелевая губная помада. Первый оттенок у нас называется пленительный коралл. Вот у меня два пленительных коралла. И давайте посмотрим, как он выглядит. Пленительный коралл. Ну, какой красивый цвет. Какой красивый цвет. Вот так более натуральным. Пленительный коралл. Очень красивый оттенок. Аромат прям сохранен. Любимая формула. Очень люблю губные помады Mary Kay. Пленительный коралл. Следующий оттенок. Нежный бархат. Нежный бархат. 3 оттенка нежного бархата. Так, давайте уже откроем. Мне уже тоже не терпится. Это новые образы, новые губные помады. Розовое дерево немножечко напоминает. Да, розовое дерево немножко напоминает этот оттенок губной помады. Да, красиво. Мне кажется, или помада стала потоньше, скошенный край. Но что-то, в общем-то, изменилось в этих губных помадах. Следующий оттенок, это у нас оттенок благородная вишня. Сейчас я его покажу, вот такой вот темный. Я его не заказывала, но я заказала дальше. И это у нас оттенок фирменный розовый. Фирменный розовый. Давайте уже даже посмотрим. Какой цвет. Фирменный розовый. Какой красивый цвет. Красивый цвет, такой холодный розовый, красивый. Класс. Класс, класс, класс. И, конечно же, я не могла не заказать. И это у нас красная туфелька. Одна губная помадка, красная туфелька. Всегда все оттенки, которые есть красные в компании Mary Kay, они все такие огонь. Огонь. Просто красная туфелька, действительно, огонь. Огонь цвет. Как красиво смотрится, какой цвет красивый. Вообще, универсальный, будет подходить точно всем. Это 100%. И не надо бояться красного оттенка в губной помаде. Ой, цвета просто бомба. Ну что, давайте уже перейдем к остальному моему заказу. Что же я повторила? Что повторил? Так, повторила я матирующие салфетки для себя, потому что без них просто никак. Появляется блеск у нас очень-очень жарко, и это вообще ходовой-ходовой продукт. Но я сейчас вижу, что я упустила и пропустила одну новинку. И это у нас вышла новая система по уходу за руками. Без запаха. Сейчас я вам ее покажу. Так. Смотрите. Как-то я вам показывала вот эту вот в мини-формате систему по уходу за руками без аромата. В компании Mary Kay есть система по уходу за руками с ароматом белый чай и цитрус, а это без аромата, вообще нейтральная. Состоит она из 3 средств. Это у нас крем для рук, это скраб для рук, и это у нас состоящий из 3 видов воска, такой экстра увлажняющий крем. Поэтому все продукты не только для рук могут использоваться, для тела, для скраб для тела, для ножек. Экстра вот этот вот такой смягчающий крем, он вообще всякие огрубевшие части, кутикула, локти, колени. Ну, то есть классная новинка. Без аромата, кто вот прям не любит уже какие-то либо ароматы, это прям действительно для вас. Так, дальше, что я повторила? Повторила я эту базу под тени, которая поддерживает верхнее веко, которая позволяет теням держаться как влитыми.
цвет не теряется, ложатся очень ровно. И самое главное, здесь ухаживающий эффект за вашим верхним веком, чтобы оно не опускалось. Вот. Если даже вы тени не наносите, эта база под тени идеально будет работать с вашим верхним веком. Я повторила для себя два любимых мной карандаша. Один карандаш для губ, один карандаш для глаз, который у меня постоянно заканчивается почему-то. Потому что я их применяю постоянно. Так, первый это оттенок бирюзовый. Мне кажется, вы знаете, что я люблю этот цвет. Вот такой вот серо-бирюзовый оттенок. Очень-очень такой красивый, классический и подходящий всем. Не буду это переставать говорить. Он подходит реально всем. И красивый оттенок карандаша для губ Medium Nude. Сегодня вот он тоже такой карандаш на мне нанесен. Мне нравится этот оттенок наносить не только по контуру, но и полностью по губам. Можно сверху нанести, знаете, такой бальзам или какой-либо блеск для губ. И очень красиво так благородно смотрится. В общем-то, и самое главное, карандаши не размазываются, держатся они. Очень хорошо держатся и смотрятся. И такие оттенки прям, ну вот как надо. Не ярче, не темнее. Ну вот очень как надо. Я повторила, конечно, когда увидела, что склад пополнился. Я не могла просто это не заказать. Ваш вариант? Да-да, да-да. Это они, это патчи снова появились на складе. Успевайте патчи для глаз. Очень полюбила я их. Я уж какие только не пробовала, перепробовала. На моем канале есть видео, я там показывала вам разные корейские патчи, каких у меня только не было, а было много. Но вот эти, это самые, наверное, действенные, самые работающие, самые эффективные патчи для глаз. Вот взяла себе любимый, а может быть, кто-то из вас успеет вперед? Запросто. Следующее, что также в моем заказе... Было два, стало один. Это средство для снятия макияжа с глаз. Двухфазное такое средство. Я им пользуюсь каждый вечер. Каждый вечер. Хотя я знаю, что им нужно пользоваться и еще и по утрам. Да-да, по утрам. Я сама, когда первый раз услышала это, знаете, девчонки, я, честно сказать, удивилась. Думаю, по утрам... Интересно, зачем? Я же сняла всю косметику, и зачем мне это средство нужно использовать по утрам? Нужно его использовать по утрам для того, чтобы что-то... Вот, видите, как перемешивается. Бережно снимает макияж с области глаз и губ. Для того, чтобы очистить вашу область глаз, дополнительно ухаживать за ней. И когда вы уже умываетесь средством для умывания, здесь получается вы этим средством как бы обезжирили, и то есть средство для умывания, оно на этой области никак не раздражает нежную и бережную кожу вокруг глаз, защищает ее. Ну так интересно, поэтому нужно еще использовать этот продукт и по утрам. Так, дальше. У меня уже пойдут более такие схожие, но в тот же самый момент и очень разные продукты. Давайте их как-то хотя бы, я не знаю, как-то их хотя бы отделить. И это у меня любимые многими тональные основы. Значит, у меня тональные основы матирующие. А для жирно-комбинированной кожи в оттенке Беж N150, Беж S110. Вот такие вот тональные основы. Следующие сияющие тональные основы. Тоже 4 штучки. В оттенке Айвори 130 и Беж 100. Вот это тональные основы. И вот такая вот масса, сейчас вам покажу, вот такая вот масса кремов для лица. Кремов для лица. Здесь крема для лица для сухой и нормальной кожи. Это у нас с розовой полосочкой, их несколько. И здесь у нас, сейчас покажу вам, два будет дневных, два ночных. Ну, то есть это два таких как бы комплектика.
Два ночных, два дневных. Такие вот крема дневные с SPF 30 для сухой нормальной кожи. И также здесь комплект кремов дневных и ночных для жирной и комбинированной кожи. Тоже дневной крем содержит SPF 30. Хорошо работает. Увлажнение получается, когда используется дневной и ночной крем. Дневной работает 12 часов увлажнения и ночной дает 12 часов увлажнения. В сумме получается 24 увлажнения. Ваша кожа находится в уходе. Это продукты, которые очень любят, которые востребуемы, которые я очень люблю. То есть они такие в ходу. Это вот весь мой заказ, все то, что я хотела вам показать на этот раз. Я всегда очень жду выпуска новинок, новых средств, новых продуктов, потому что это новое настроение, новые макияжи, новое впечатление. Довольна тому, что я получила свой заказ, сняла его вам. И с огромным удовольствием уже начну кое-какими новиночками пользоваться. Буду с вами прощаться. Спасибо, что вы досмотрели это видео до конца. Пишите, что вы себе заказали, если вы пользуетесь продукцией компании Mary Kay. Но если вы хотите, так же, как и я, пользоваться заказы для себя, то в инфобоксе под этим видео я размещу ссылку, по которой вы сможете зайти, зарегистрироваться и приобретать все вот это вот уже для себя по интересным ценам, которые дает возможность компания Mary Kay. Обнимаю вас очень крепко, целую, говорю вам всем пока-пока, до новых встреч на моем канале.